Есть в Видновской гимназии такая традиция – людям помогать. А идет она прежде всего от преподавателей, которые с первого класса учат детей творить благо. Раскрывают в детях добро, и взрослее школьники уже самостоятельно начинают принимать участие во всевозможных благотворительных акциях. Наша задача – только помочь им, наверное, скажем, найти ту площадку, направить каким-то образом, своим примером показать, какими нужно быть людьми, каков должен быть, наверное, молодой человек, девушка в современном мире. И что ключевые моменты – это не деньги, не власть, а сила человека в его доброте, милосердии и умении протянуть руку тому, кто нуждается в твоей помощи. В сентябре по традиции учащиеся Видновской гимназии проводят акцию «Собери ребенка в школу». С первых учебных дней собственными силами формируют наборы с канцтоварами и передают их нуждающимся деткам. В этом году адресную помощь ребята решили оказать воспитанникам Центра социальной реабилитации «Вера» в поселке Развилка. Благотворительность в целом – это очень важно в нашем мире. Нужно всегда помогать тем, кто в этом нуждается. Это основа нашего общества. Тетрадями, ручками, карандашами, наборами для творчества и прочими канцелярскими товарами будут пользоваться детки, которые посещают в центре специальный подготовительный к школе класс. В этом году у нас заработала программа, у нас есть дошкольная подготовка, то есть у нас набраны группы, два раза в неделю группы работают в рамках программы абилитации для детей с ментальными особенностями. И, соответственно, дети, которые нуждаются уже, наши школьники, первоклассники, они тоже могут получить эти необходимые канцтовары. Любопытство взяло свое. Дети настояли, чтобы коробки открыли немедленно, и самые активные первыми забрали свои наборы. После чего воспитанники центра отправились на веселый мастер-класс, посвященный дню рождения смайлика. Мне понравилось, как мы делали смайликов, все. И мне понравилось все. Ну а потом еще и подарки получали, да? В принципе, все нормально, все прикольно. Мне здесь нравится. И вот я хожу на ЛФК, здесь теперь я получаю пятерки по физре в школе. Вот. С новыми подарками, наверное, будет еще круче, да? Ну, наверное. Коробок с подарками так много, что было принято решение часть из них отправить в основной филиал центра «Вера» в Видном. Юлия Погосьянки, Дил Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.